Короче, приехали на Ковалевку, на озеро, на речку. Решили сети поставить. Пока пацаны ставили сети, пошел я со острогой, думаю, похожу по траншеям. Захожу сюда, а здесь вот такая картина. Вот он. Вот он, карась. Ничего не надо, ни сети ставить. Вот он. Вот он весь живой. Вот он. Иду в болотниках. Вот он весь живой. Пацаны он собирает для Сережи с Аней в речке. Вот он, карась. Вот. Вот. Вот такой вот карась. Ну, хороший такой, пятерочный. 4. Вот. Карась. Вот он, живой весь. Кишит нам. Просто кишит. Вот он, весь берег, все нахуй. Вот такая речушка, блядь. Вот, все. И, короче, расстояние где-то 500 метров. Вот так вот все в рыбе. Щуки нету, правда, один карась. Пацаны, что там, как вы? Надо багажник забивать. Вот, столько рыбы. Сейчас, сейчас, иду, иду. Блядь, тут крупы есть, надо отсюда выбирать. Вот, смотрите. Вот она, вся рыба, вот. Кишит. Если честно, я такой вижу первый раз. Речка ушла, а рыба осталась. Вода точнее ушла. Вот. Вот. Иду, разгребаю рыбу ногами. Вот она, смотрите, ребят. Вот. Берем только филе. Рыбаки. Филе берем только. На котлету, да, дядя Сереж? Вот она, рыба. Ну, короче, ей жалко, блядь. А что же сделаешь-то? Куда ее? Короче, тут можно набить, я не знаю. Зила, наверное, надо гнать. Вот такая вот рыбалка в лесу.